Приветствую с Амигос, продолжается ненавистный Bloodborne, продолжаю проходить сюжетку, потому что Людвига убить сейчас на моем уровне, мне кажется, просто практически нахуй невозможно. Вот, поэтому надо пойти убить еще, блядь, 10 боссов, прокачать здоровье, чтобы оно доходило до середины монитора, только тогда Людвиг не будет, блядь, вас ваншотить и так далее. Вот, желательно прокачать дамаг у пушки на плюс 50. Потому что пока ваше оружие не наносит сходу 800 дамага и у вас нету 1000 здоровья, соваться к Людвигу, блядь, смысла просто вообще никакого. Почему, блядь, до сих пор орёт ёбаный ребенок? Так, здесь еще одна клетка, которая, блядь, везет. А это-то куда увезет, мне интересно. Наверное, в тундру, к седым снегам, сука. Лифт сейчас почему-то не работает. Может быть, если дернуть рычаг, лучше получится. Хуй его знает. Я не знаю, что это за срезки, по-моему, они... у меня костер недалеко, зачем мне срезка? А, и дверь открытая. Видимо, здесь можно куда-то лихо спрыгнуть, успеть, например, сюда. Например, ёбнуться вниз тоже можно, потому что... Тоже неплохой вариант, я считаю, потому что... С такой камерой, когда вообще нахуй непонятно, что тебе показывают, пытаться куда-то запрыгнуть... это бесценно, я считаю, что это квинтэссенция просто, блядь, геймплея. Ну чё, сейчас клеточку еще раз вызовем, еще раз покатаемся, блядь. Загрузки, конечно, просто заебали в этой игре. Я слышал, что на PlayStation'ах, на консолях Next Gen'а и так далее, блядь, загрузки быстрее, чем на компе, поэтому на консоли имело смысл покупать Fallout 4. Но играя в Bloodborne, я вижу, что, блядь, нихуя тут не быстрые загрузки, что это какой-то, блядь, пиздеж полнейший. То, что в Bloodborne, блядь, вообще, я в Dark Souls и на компе за секунды восстанавливался. Здесь я каждый раз просто жду, блядь. Помянуть, ну, не помянуть, а секунд 20, наверное, загрузка. Блядь, я просто в ахуе. Как туда попасть-то? Парашют не раскрывается у главного героя. И еще раз мы посмотрим, блядь, экран смерти. Я бы мог вообще хуй забить, потому что мне это на самом деле не интересно, что там мне, блядь, вообще в этой игре нихуя не интересно. Но, блядь, напишут, как обычно, что там супер секретное место и лежит не въебаться классный шмот, как, блядь, это было с этим, с этой дверью в башне пороховых хуесосов. Что там лежит классный шмот, блядь. Одежда куклы ебаной там лежала, блядь, обоссанная. Вот, а не классный шмот. И пуповина, блядь, которая открывает, типа, последнего босса правильного. Да мне похуй, какой тут будет последний босс. Мне главное титры увидеть, блядь, и снести эту игру к хуям собачьим. Я ее так ненавижу, блядь, боже мой. А может быть, на самом деле, туда и нельзя спрыгнуть? Я вот о чем подумал, что на самом деле, может быть, туда никак. Потому что я-то, блядь, делаю кувырочек вовремя. Но главный герой, он даже, блядь... Ни на миллиметр не приближается к этому окну. Он делает кувырок в клетке, блядь. Не знаю почему, может потому что не встать прямо. Никак. Не знаю. А может потому что надо прыгать, когда клетка едет уже вверх. Возможно и такая хуйня. Но клетку даже вызывать не надо. Она почему-то стоит всегда здесь. Что странно. Что там хоть увидеть-то можно, блядь? Зачем я охочусь? Если там ничего нет, я, блядь, вообще обалдею, скажем так. Мягко говоря, блядь, крайне мягко говоря. Я буду очень недоволен, блядь, и громко негодовать. Я, конечно, нахожу, блядь, эти пушки какие-то здесь, но здесь они настолько, блядь, странно сделаны, что все оружие в стоке имеют 90 дамага. Да, когда клетка идет вверх, сделать это намного проще. И... О. У многих, наверное, с недоумением, многие, наверное, сейчас... Поврежденный орган. Ну, блядь, понятно, опять какая-нибудь хуйня для ритуала. Многие с недоумением смотрят, наверное, почему я, блядь, одет в трусы и клетку на голове. Могу вам ответить, почему так, потому что я вывел такую схему, что, дескать, броня в этой игре, блядь, носит декоративный характер на самом деле.
Почему, блядь? Когда уже проклятие спало, я решил успокоить нервы, но хули. Пидореска. Все равно безумие, ты посмотри, блядь. По-уебищному здесь все работает. Не удается подобрать камешек, потому что у вас камешек нахуй уже полный тайник, блядь. А с этой пидораски упал именно камешек, что вообще меня радует. Вот еще кого-то пиками затыкали. Холодная кровь в сородиче 11. Вот что за цифра в скобках 11? Что она значит? Что у меня 11 этих хуёвин? Нет, она у меня одна. 11 уровня холодная кровь? Или что, блядь? Че? Нахуй нужны эти цифры, я не понимаю. Достаточно названия. Но нет, они еще, блядь, и цифрами его... Еще одна такая же мразь заебала уже. Две таких же мрази. Ну, они меня, блядь, естественно, порвут сейчас просто на пару и затыкают меня своими хуёвинами. Не успеть добить эту шлюху бесценно. Аптечки просто, блядь. Стремительно меня покидают. Сейчас я еще раз получу этот ебаный дамаг. Мне просто лень ставить таблетки на хот-бар, блядь. Мне. Я немножко, знаете ли, похуист. Что ж, это была последняя тёлка. Это мне все стоило 17 хилок. Кто-то писал, что 60 хилок у меня там где-то лежит, и это дохуя. А, ничего подобного, говно это полное. Итак, куда же привело? Привел мне этот проход. К паукам ёбаным. Куда он еще мог привести? А у пауков головы какие-то, блядь, в этот раз. Ну, здесь любит игра. А, они орут как дети, это и есть, блядь, видимо. Нет. Плач ребенка, это не они. Мне не удается разглядеть, что это за голова, но подстрижена она под горшочек, блядь. А, обычные птумерианские лица, по-моему, ничего у них сверхсекретного нету. А на шее висит колокольчик, но это, наверное, блядь, последователи... Черные церкви местные, или хуй его знает, чем тут черное от белого отличается, не понимаю. Откуда-то у меня 36 тысяч душ стало. Неужели за этих телок, которые меня телекинезом атаковали, так много давали награды? Подозрительно что-то здесь. Все как-то. Дырка в полу. Ага. 36 тысяч душ на кону. Че это такое, блядь? Ну и что? Почему заставка-то? Вау. И что это за хуйня? По-моему, я кого-то покормил только что. Не знаю, что это было. Что-то не ебаться нехорошее, наверное. Опять там эта овца ходит, заебала она уже. Нет, все-таки надо на хот-бар поставить. Успокоительное. Ну, вместо этой пуповины или что это. Потому что, блядь, просто полное говно. Оно дамага нихуя на самом деле не добавляет. Я не знаю вообще, зачем она нужна. Это для меня, блядь, тайна, покрытая мраком. А еще тут надо, блядь, быстро-быстро пробежать. Да ладно, нет. Как же так она, блядь?
Пизда мне. И душам моим пизда. Мы поцеловались. Ничего страшного, блядь. Почему я сдох, господи? Лекарство. Мне нужно много-много успокоительного, но где его взять? Вообще непонятно. Сейчас я, блядь, наверняка ёбнусь опять мимо этого окна и все проебу. Скорее всего, так оно, блядь, и будет. И никогда мы не узнаем, что там лежит в этом сундуке. Я думаю, что надо просто бежать по мосту, а не драться с этими овцами ебаными. Потому что слишком много здоровья на это, блядь, уходит. Вообще, эта игра... Понятно, почему ее, блядь, проспидранили за 15 минут, да. Я считаю, что спидран здесь это оптимальный метод прохождения этого говнища, чтобы, блядь, не драться со всеми этими уебищами, которых стоит... понаставлено здесь невероятное количество. Тебя, блядь, в этой игре в ебанутый. Здесь даже силой мысли убивает. Ну, блядь, просто некуда нахуй скатываться. Я надеюсь, что ни одно из решений, блядь, которые испытывали в этой уебищной игре, не перешло в Dark Souls 3. Потому что, блядь, мне очень неохота, чтобы последняя часть пиздатой серии была опоганена, блядь, следами этого дерьма, блядь, консольного нахуй мега-высера, блядь, 15-го года под названием Bloodborne. В рот его ебать, нахуй, такое дерьмо, блядь. По сравнению, нахуй, с нормальной, блядь, оригинальной игрой, это просто, блядь, фейл, нахуй, ебливый. Пошла, нахуй, в сторону отсюда, шалава. Я, блядь, похилялся немножко рано. Хуй тебе в нос. Все равно, блядь, достали, пиздец. Как работает это ебаное безумие, я не понимаю. Я уже, блядь, ушел. Уже она меня и не видит, блядь. Или она вообще сдохла уже. Все равно безумие продолжает нарастать, блядь. От чего героя прет этим безумием? Я, блядь, у меня резистов от безумия, блядь, просто тьма сраная. Дохуя очень я прокачал себе. Все равно, блядь, ничего не дает. Захват цели, друзья мои, захват цели. Захват цели лишил меня душ в количестве 30 тысяч. 38 тысяч. Да в рот его ебать насрать на самом деле. Я за каждый левел, за каждую прокачку сейчас уже мало чего получаю, блядь. Единичку урона или 10 здоровья, что-то такое, короче, блядь, что уже и смысла-то прокачиваться нет. То есть в гринделке еще и фарм ограничили, ну... Полная атрибутинка у ебанской игры. Здесь все соблюли. Здесь можно фармить аптечки, но нельзя фармить бесконечный левел. Поехали. Вернее, фармить левел ты можешь. Толку с этого, блядь, никакого не будет. Но ты можешь фармить. Если коли хочется. Фармить по 100 тысяч душ, чтобы получить плюс один к дамагу. Там. Я уверен, что фанатики игры, блядь, нашлись, у любого говна находятся фанаты, даже у такого высера, как Bloodborne, блядь, непонятно почему. Фанаты сюжета есть, которые сами этот сюжет на ютубе узнали, потому что узнать его в игре дано, блядь, ну, 1%, наверное, игроков. И то, блядь, на новая игра 25+, нахуй, вот так. Когда ты в первый раз проходишь, это вообще нихуя непонятно. Ну, в первый Dark Souls тоже нихуя, не, ну, в общих чертах хотя бы Dark Souls понятен. Что происходит здесь, блядь? Там хоть битва драконов, там с богами, это хоть, блядь, хоть насколько-то интересно. Лечение кровью, блядь, интересно может быть только Геннадию Петровичу, блядь, ебать, копать Малахову, нахуй, который, блядь, практикует всякую эту хуйню. Блядь, всем остальным поебать, по-моему, на то, что здесь происходит. Видишь моба, фармишь моба, все. Bloodborne, смотрите, безумие нарастает. Я уже от них убежал на... Просто ебаническое расстояние. Чё надо это делать, когда у героя нарастает безумие, кроме как глотать успокоительное? Есть какой-то способ борьбы с этим или нет? Я просто в ахуе. Никакого обучения нету. Ничего, блядь, не объясняют. Чё делать, как нахуй жить. Как хочешь, блядь. Mm.
только-только безумие наносит урон, как она тут же нахуй начинает наполняться второй раз, блядь. Мне похуй, я хочу посмотреть, блядь, ради чего я ебусь, что в том сундуке, блядь. Киндер-сундучок. Киндер-шоколадка, блядь. Там, наверное, какое-нибудь опять говно, типа, нахуй, хуй в банке замаринованный, что-нибудь такое. Тут постоянно, блядь, в таких местах, вместо того, чтобы положить нормальный артефакт мазёвый, лежит какое-нибудь уебанство, блядь, галимое, там, могильная плесень, блядь, какое-нибудь дерьмо, нахуй, ссаное вообще, для ритуала чаши, который нахуй не нужен, блядь, никому. Блядь. Ну, если там и лежит оружие, то такое говно, что, и, блядь, и, его и брать-то стрёмно, что уже по конец игры ты уже все заточки, которые тебе эта игра дала, потратил на затачивание самой первой пилы или топора, блядь. И просто даже если ты находишь какое-то оружие, тебе им нечем затачивать. Но на новой игре плюс, если будешь проходить, там, возможно, ты сделаешь эту пушку норм. Хотя никто не застрахован, блядь, что и заточенная эта пушка не будет полным говном, блядь. Никакой от этого защиты. Естественно, нет. Я не понимаю, почему, блядь, когда едет вверх, он свободно прыгает, а когда едет вниз, он вообще никак, нахуй, не хотел в нее попадать, блядь. Я даже не знаю, где мне брать эти таблетки от безумия, где они падают, где их лутать. Мне их покупать, блядь? Так они вроде за озарение продаются, нет? Если бы озарение хоть давало защиту, блядь, от этого или что-нибудь, озарение, блядь, вообще нихуя не дает. Ну, увидел ты этих Ктулху, блядь, и что, ты типа понял, блядь, суть игры? Суть игры, что все захвачено инопланетянами в этом, что ли? Чё-то я не верю, я. Больно уж как-то уебански. Были, конечно, в запретном лесу членоголовые инопланетяне. Может, она вниз ебанется? Нет, смотрите, ей ограничили проход специально. Смотрите, как она сносит, смотрите, как она сносит. Ее не захватить в таргет сейчас было. Я 25 раз нажал, блядь, на стик, но в таргет она почему-то не захватилась. Главный герой вместо того, чтобы прыгнуть назад, рванулся вперед и сдох. Изумительная, блядь, игра, она просто лучшая. Лучшая, блядь, во что я когда-либо играл. Я, блядь, вот скрывал это, но игра охуенно. Просто такого, блядь, ебаного говна, нахуй, как убийство тебя, блядь, просто... Вообще ничем, да, каким-то нахуй абстрактным, блядь, безумием, которое, блядь, от которого даже защиты-то в игре нету. Это просто верх долбоебизма. Такое, блядь, дерьмо. Просто никто не способен был сочинить, кроме этого Миядзаки, блядь, этого. Или кто там нахуй. Миядзаки вообще, блядь, с его сценариями лучше книжки писать, чем игры делать. Потому что по играм все равно никто нихуя не понимает, блядь. Причем сами же эти фанаты игры говорят, что надо купить коллекционное издание, там в подарок дают книжку, и только прочитав книжку, ты можешь что-то понять. Ну охуенно. Ну, блять, ну и пиши тогда книжки. А не игры делай, мразь тупорылая, блять. Или ты что, блять, ебать, что это нахуй за игра с таким сюжетом, где надо, блять, именно коллекционку купить, нахуй. И смотреть с ним интервью. В интервью он тоже раскрывает какие-то загадки сюжета, кстати говоря. Не знаю, почему сейчас она не стала на меня ничего накладывать, это охуенно. Прикиньте, блядь, надо смотреть интервью, блядь. В интервью он все расскажет, что как там. И то намеками, блядь. Чё за мода, блядь, такие писать, блядь, сценарии для игры, ёб твою мать. Какие нахуй интервью, какие книжки, блядь? Ты охуел, что ли, блядь? Я нахуй тут играю тогда. Давай я, блядь, прочитаю просто рассказик. Сижу, блядь, про то, как там кровью, блядь, лечились, заболели, поправились, нахуй, и так далее. Пришли охотники, стали всех спасать. Это, блядь, охуенно. Смотрите, ее в таргет не взять, видимо, она, потому что она светится. А вот теперь можно. Попасть только по ней нельзя, а, блядь, в таргет взять можно. Не подходить-то боюсь, блядь. По мощности она, блядь, боссу-то не очень уступает, хочу сказать, блядь. Она посильнее, чем те на мосту, мне так кажется. Откровение, отголоски крови. Да, 10 тысяч за нее дают. И три ртутные пули, чтоб с трех раз герой застрелился, блядь. Давай посмотрим, что здесь у нас.
Колокол хора, блядь. Давайте посмотрим, что это такое, блядь. Наверное, что-то не ебаться охуенно. Исцеляя всех участников кооперации. Только я, блядь, не участник кооперации, мне эта хуйня нахер не нужна. Ну кого это, блядь, ебет? А это то самое место, где паук висит огромный, да? Нет. Это то самое место, где говно какое-то висит, там сидит внизу. Так, а вон еще ниже можно спуститься. Сука, сколько аптечек я извел сейчас только что. Я, блядь, только сейчас об этом подумал, что я просто миллион аптечек тратил. Я надеюсь, что все, весь этот лут — это хилки. Нет, это мудрость великий, в таинственный самоцвет. Что-то хрустит здесь. Непонятное. Пять мудрости великих. Это все для озарения, которое я так и не понял, нахуй оно нужно. Если ты Ктулху уже увидел, то нахуй тебе их еще озарение прокачивать. Что будет, когда ты, блядь, 100-500 озарений сделаешь? Ты что увидишь-то? Вообще что-то, блядь, охуенное, наверное, нет? Либо ничего не изменится больше, то я вообще не понимаю. Уже сказали, что даже и на сложность-то озарение не влияет, хотя на самом первом стриме мне писали, что чем больше у тебя, блядь, озарений, тем сложнее играть. Теперь оказывается, что даже это был пиздеж. Тогда нахуй они нужны. Они нужны, чтобы в DLC попасть. Чтобы увидеть Ктулху. Ктулху тебя схватит и перенесет в DLC. А, заперто. Прекрасно. То есть сюда и был альтернативный путь к всему еще, чтобы не проходить через толпу этих. Ну, короче, наградой стал, блядь, колокольчик, который мне нахуй в офлайне не нужен. И куча озарений, которые вообще никому, мне кажется, не нужны. И, блядь, как отсюда выйти-то куда-нибудь? Классно, да? Геодата проработана. Ух, профессионализм. Но сюда лучше не прыгать, действительно. А, вот спуск. А, я туда что-то сбросил. Я туда что-то скинул. На поживу. Кому-то, блядь. Мозги какие-то висевшие. Может, я активировал какой-то секретный левел. Ну, здесь, опять же, только упасть, да? И огребсти урона. Конечно. Куда же без этого? Глаза повсюду на стене. Мне кажется, что, блядь, нет, не тот же самый человек ли делал, блядь, Evil Within. Там тоже на глазах ёбнутый кто-то был. О, кровавый камень, нихуя. Так, либо сюда пойдем. И выйдем на этот сраный мост, где я уже был. Либо я тут видел щель какую-то. А. Это, блядь, была иллюзия. Мне показалось, что можно стену сломать где-то. Видимо, нет. Хорошо. Так и в какую мне сторону идти? В эту? Тут собор какой-то. Не могу отвыкнуть от того, что бэкстабов нет. Бэкстабов точка нет, это должен быть сайт этой игры, блять. Официальный сайт Bloodborne. Бэкстабов, сучка, нет. Юзайте пистолет. Надейтесь на чудо, йоу. Так. Где это я? Ну, ебать. Отлично, я в самом, блять, ебать копать начале. Тут какой-то хуй раком стоит, да, я помню это место. Как же сейчас, блядь, лучше сделать так-то, чтобы, блядь, не проходить опять все бегом? Надо в клеточку. А клеточка снаружи. А клеточку охраняет куча ебаных йети. Но они вроде хоть камнями не кидаются. Нет, кидаются. Еще и на упреждение, нихуя. Хуя ты, босс. А, ну теперь я могу здесь походить. Смотри-ка, это же, блядь, вот этот мозг подвешенный, видимо, так далеко оттачил меня здесь. Я ж тут дамаг выхватывал, когда шел. А что там дальше? О, блядь, дамаг сколько, ёб твою мать.
Нахуй тогда мне неинтересно, что там. Я не хочу обычного моба обоссанного, блядь, долбить 10 минут, блядь. Не то чтобы я ленивый, просто, блядь, если ты хочешь сделать сильных мобов, сделай других мобов. Нахуй мне то же самое, только, блядь, усиленное в 20 раз. Я чё, блядь, раб системы, что ли, хуйней это заниматься? Смотрите, как кучно они стоят, блядь, чтобы ты даже с камешками не мог их по одному выманивать. Все для этого сделано. Отсосите-ка. Интересно, что там по дороге. Да, блядь, опять какой-нибудь сундук, а в сундуке, блядь, какое-нибудь говно, нахуй. Я уже, блядь, понял, блядь, как тут все устроено, блядь. Что лучше не гоняться, лучше не ходить в такие места. Сколько у меня хилок? 20 ровно, что ли? 20 ровно. Отлично. Так, я каких-то самоцветов новых набрал. Может, самоцветы, годнота. О, плюс 70 становится. О, плюс 78 можно сделать. О, плюс 106. Ничего себе. Так, а в секиру. Опа-на. Я тут на самом деле еще клинок Людвига себе подготовил на случай, блядь, непредвиденных ситуаций, каких-нибудь лютых боссов. Но я слышу, что, блядь, все пишут, что Людвиг им будет. Я думаю, ну чё я, блядь, один как лох буду. Без имбующего Людвига, блядь, ебал я. Я думаю, что вообще босса уб Людвига можно убить только Людвигом, нахуй. Только мечом и онным же. Все остальное, блядь, порожняк какой-то ебаный. Поэтому лучшие пушки надо вставлять в него. Я не буду проходить игру с Людвигом, бить им обычных мобов, потому что мувсет медленный и уебанский. Я чисто, блядь, босса какого-нибудь отпиздёхаю с ним, наверное. 80. То есть, а если я что-то другое вставлю, у меня атака наоборот даже уменьшится. Я просто вообще не понимаю, как устроена эта вся хуйня здесь. С вот этими самоцветами, блядь, как это работает. Со времен Diablo 2 ничего понятного, блядь, еще не сделали в плане камней и прокачки, блядь. И Bloodborne не стал, блядь, каким-то открывателем, блядь. Каждый самоцвет имеет какие-то свойства, ля-ля-ля. Это настолько тупая хуйня, что даже, блядь, разбираться не хочется. Пощелкал, посмотрел, да и ладно. А в Dark Souls'е там тоже, блядь, без интернета оружие из души босса хуй сделаешь в первом. То есть настолько, блядь, даже не посмотреть, сколько у меня лежит на складе, это пиздец. Настолько все, блядь, замудрено по максимальному здесь. Что я даже не могу понять, сколько у меня, блядь... А, надо переключиться, ёб твою мать. 81 хилка и 179 патронов. Ой, нормально. Жить можно. Так, все, идем дальше проходить. Заебенчик вообще. А что, я дальше не про... А, ну да. Блять, я не туда иду, ёб твою мать, это DLC, сука. Так, снова кошмар Менсиса. Не знаю, почему кошмар Менсиса, если здесь Миколаш ходил, хозяин кошмара. Может, Миколаш был хозяин кошмара Менсиса? Здесь я вижу, что тени Ернам куда-то уходят. А здесь вот какая-то борода. А, здесь не рабочая, это хуевина. Ну, тени Ернам были боссом, стали мобом теперь, да? Или что это? Или это просто деяние черной церкви, наверное? Нет, нет, это все тени Ернам, блядь. Вон они, блядь, одна со свечкой, другая с мечом. Пытается выебываться. У теней Ернам мужской голос, что странно. Да, ты не охуела со своей катаной? О-о-о-о. К ней лучше не подходить, она что-то мне не нравится. А кто сверху огнем пуляет? А, вон она стоит. Третья, ну да, их же трое. Троица, блядь, отец, сын, святой дух. Ну, бум. У меня есть какие-то шмотки там на защиту от огня, ну ебалы. Я буду доказывать свою точку зрения, блядь, что вся броня в игре говно ебаное.
Вообще на нее нахуй нет ни смысла, ни надежды. И именно поэтому броня здесь не улучшается. Что еще, блядь? Еще один минус этой ебланской игры, что, блядь, в Dark Souls можно было броню еще улучшать. Щиты, броня, блядь, она имела какие-то свойства периодически, панцирь не давал бэкстабить. То есть там, блядь, были разные варианты сочетаний. Можно было сделать мага в тяжелой броне и так далее. Ну, при, естественно, повторном прохождении. Здесь никаких вариантов нету. Здесь есть вариант, блядь, в одежде и без одежды, все. Какие-то звуки, блядь, хрюкающие. Ты опять боров ходишь, что ли? Кусок кровавика. А как туда можно перепрыгнуть как-то? Конечно же нет. За тени Ернам, кстати, тоже неплохо душ дают. Можно их фармить. Здесь вообще фармить классно. А, вон он хрюкает. Хрячело ебаный. Где мой, блядь, Танитрус? Свиной успокоитель Танитрус. И руку в жопу, блядь. Они когда игру делали, их не смущало, что главный герой свинье в жопу руку сует, блядь. Или они, блядь, настолько тупые, блядь. Ух ты, ёб твою мать, вот это уёбок. Ну и рыло у тебя. На-ка нахуй с тобой драться-то. Да, уродство, блядь, местных боссов просто уже... В легенды, блядь, войдет, по-моему. Таких уродов я не видел вообще, наверное. Лучше бы я эту свинью убил до того, как она обернулась, блядь. Ну, с глазами тут связан отдельный сюжетный, блядь, элемент. Об этом тоже, естественно, можно узнать на ютубе, блядь. По геймплею можно только догадываться, почему у некоторых глаза завязаны, а у некоторых, блядь, этих глаз просто дохуя. Да ладно. Здесь что, локация фарма свиней? Ничего себе, он разозлился. Пыхтачок, блядь, уебенил. Я могу, блядь, с одной свиньей справиться, но как, блядь, с двумя свиньями. То, что он меня ваншотнул, даже если бы я был одет в местную броню, я думаю, от ваншота бы это меня вообще не спасло. Фармить свиней, когда они ходят по две. Так, сейчас опять на дороге будут тени Ернам, естественно, ходить. Я думаю, что второй раз я их пиздить не буду, потому что неинтересно. У меня нет склонности, блядь, к дракам с одними и теми же, блядь, врагами. Меня это нахуй не прикалывало ни в Dark Souls, ни здесь. Тем более, что здесь можно просто рашнуть. Здесь же все вот так быстро в этой игре. О, блядь. От самонаводки хуй бежишь, да? Надеюсь, что она, блядь, не будет ими спамить мне вдогонку. Так, вот моя кровушка. Сосите хуй. Кровь сородичей, понятно. Догнал, ты посмотри, блядь, от свиноты хуй спасешься, блядь. А там еще тени Ернам четверо, блядь. Это такой, блядь, маразм ебаный. Ну куда они столько мобов лепят-то, блядь? Там пиздец. Здесь реально фул пачкой надо ходить, блядь. Под танцами блейддансера, под песнями СВС, под хилками, блядь. Бишопа, пиздец. С танкующим нахуй паладином, блядь. Кучей лучником и желательно с арцерером еще, чтобы он прикрывал. Тогда, блядь, было бы Они не думали вообще, блядь, ММО свое сделать? Я думаю, думали. Я думаю, что изначально это планировалось как ММО какое-то охуенное. А стала, блядь, охуенной гриндилкой. В смысле, что тут гриндить надо охуенно. А не в том, что игра мне вдруг внезапно понравилась. Нихуя, эту, блядь, игру в моих глазах вообще ничего не спасет уже. О, здесь можно спрыгнуть куда-то. Наверное, здесь обходной путь. Чтобы со свиньями ебаными не драться. Странно, что здесь разносчики заточек не отбиваются. Если бы еще они пизды давали, было бы вообще угарно. Хрюши там... О!
где-то, блядь, ее подружка, значит, да? В наипиздатейшей игре, естественно, через стены можно ебашить. И огребать тоже. Как вам такой бой? Не правда ли, блядь? Выбор аристократа, блядь. У него, кстати, Танитрус в руках. Насколько я вижу. Еще кусок кровавика. Это уже позволяет мне точнуть какую-то пушку на плюс 9. Либо Людвига, либо Секиру, либо Танитрус. Ну, честно говоря, на Танитрус ставку делать-то и не хочется. Если попадется кто-то с резистом от молнии, то, блядь, все эти заточки вообще смысл потеряют. Ой, ебать, у вас такой отряд Куклукс-клана здесь нахуй надо. Даже связываться не хочу. Опа. А это босс, наверное, да, уже? Пошла в жопу шалава, ебаная. Куда она смотрела? На эту часовню? За нее даже душ не дали. Я думаю, что туда дорога к боссу, а здесь где-то должен быть костер. Костер! Ёпты. Пузырек крови язевки. Козявки нахуй! Бодрит, чувство восстанавливает большое количество ОЗ. Одноразовая хилка, блять, в мире. В мире, где я и так нафармил кучу, блять. А вот и лифт заработал, да? Это тот, который вот здесь. А-а-а. Сейчас вон ко мне тени и Ернаму спиной должны были стоять, да? Срезачелло, заебись. То есть теперь можно фармить, потом будет, когда я захочу себе 180-й левел, блядь, для того, чтобы побить Людвига. Ну, фарм здесь, блядь, дело такое, блядь, что на самом деле хуйнаны. Кого зафармишь? Скорее пизды дадут, блядь. Странно, что за поворотом никто здесь не стоял, блядь. Здесь очень любят так делать. Что тебя схватают за волосы, начинают тебе зубы вырывать или что-нибудь там, глаза выковыривают. О. Смотри, сколько здесь пацанов. Здесь прям... Я как будто, блядь, на автопате какой-то опоздал. На автопате чуваков с клетками на головах, блядь. Так, и вон она, ебливая колыбелька. Ну ладно, давай. Кто будет боссом? А что, его покачать надо, что ли? Прикольно, сейчас, наверное, пупс будет боссом. Боссом будет младе... О, ебать, сосраться. Это что за ворона прилетела? Огромная ворона, да? С собачьей мордой и завязанными глазами. Давай, скажи мне, что это не так. Нет, у нее просто головы вообще нету. Это лохмотья одни, блядь. Просто чьи-то лохмотья. Лохмотья босс. Фак е. Yeah. Что это? Мерго. Кормилица. Говнилица-то, ёб твою мать. Я смотрю, у нее атаки, блядь, во все стороны прям, да? Ну, я знаю, как с такими драться. Спровоцируешь, блядь, и ебашишь. Обратите внимание, что я иду в размен в одних трусах, блядь. Насколько это проще Людвига, ёб твою мать. Пиздец, какой инвалидный босс. Она должна, как должна, блядь, танец с саблями Джигарханяна исполнять, блядь. И как там автора звали? Я помню, что армянин какой-то автор. Одна из самых, наверное, известных в мире мелодий. О, далеко, блядь. Махать стала, да ты ладно, ты чё, ёбнулась, что ли? Ты чё, мать, ебать. Как с тобой драться-то? А, у меня, блядь, вообще идея века есть. Прикинь. Опа. Чё-то новенькое. Хуль муму-то ебать. Мне эта игра никогда не подыгрывала, поэтому я, блядь, не собираюсь соблюдать какие-то элементарные правила.
ведение боя, блядь, с говнобоссами. Просто выебую издалека, да и нахуй дальше пойду. А? Как тебе, сучка, блядь, такой план? Поддерживаешь? Наверное, да. Нет, я думаю, что она, если бы у нее было право голоса, она бы возражала, блядь. Но я ее возражение, честно говоря, нахую вертел. Вместе, блядь, с... Ну, это пиздец, это чит уже. Вместе с, блядь, ублюдвигом, блядь. Ублюдвиг слишком, блядь, имбовый босс. Они бы лучше его силу, блядь, другим боссом распределили, раскидали на несколько, блядь, его мувсет ебалищный, невозможный, блядь. А то хули, Людвиг нагибает, все остальные, блядь, боссы просто обсосы, блядь. И то Людвиг это босс DLC, напоминаю, они подумали, они, наверное, прочитали отзывы, что слишком легкие боссы, блядь, так. Бомбануло, надо Людвига сделать. Она еще и не ко мне телепортируется. Да пошла ты, сука, бешеная. А, лук меня не хиляет, да? Гашетку в пол. Да, 265. Когда и в крыло попадаешь, это особенно, блядь, дамажная тема. Жаль, что лук имеет свойство промахиваться. Отвратительно. И, блядь, расход выносливости большой, да и пули заканчиваются. Ай, блядь, как же это, блядь, скучно, ёбаный в рот. В принципе, середина боя, она должна уже что-то... Чё тут она делает-то хоть? Куда колыбелька делась? Она чё, ребенка забрала, что ли? Ты ж кормилец, ты его кормить должна была, нет? Я, наверное, что-то, блядь, не понимаю, как работают, блядь, как работают кормилицы и дети. Да ладно, она что, блядь, драться научилась, что ли? Охуенно, блядь. Бой века на ваших глазах происходит. Ладно, что ты заебала меня. Давай. Делай свой вафельный замах, говенный, блядь. Красиво, но тупо, блядь. Ой, нет. Ой, блядь. Ну и вот так попробуем. Да, говно, дамаг. Коктейль молота вообще уже ничего не решает, блядь. Авгур Ибраитоса, бей ее. О, Авгур Ибраитоса, блядь. Извините, урон-то побольше, чем лук наносит. Но у него... А, крови нет. У него дальность хуевая. Чем, блядь, косой какой-то этот. И прибалтийский косой лох. А сейчас надо было ее бэкстабнуть. Даже нахуй я, блядь, и говорить ничего не хочу. Это босс настолько уныл, блядь, что я со скуки скорее помер, чем, блядь. Я бы мог ее затрахать этим луком, просто до смерти ее заебать. Но это, блядь, настолько долго и тупо, что, блядь, даже нахуй невероятно. Я, блядь, даже не верю, что в игре такой, что ближе к концу, блядь, попадаются настолько уёбищные боссы, что с ними драться, блядь, скучно. Ёб твою мать. Давай нахуй, ебать. С 20 хилками её, блядь, вообще уничтожу сейчас. Да, ёпта, ну и, блядь, просто. Мне просто, блядь, хочется молча, блядь, ее проходить. Одно дело, когда ты в нее играешь молча, блядь, это может быть, ну так, похуистично, блядь, несколько вечеров поиграл и заебись.
Но когда тебе еще надо это комментировать как-то, комментировать тут вообще нечего, потому что настолько уебанское дерьмо, что, блядь, охуеть просто можно, блядь. С пистолета ее, блядь, расстрелять, что ли, не знаю. Я даже не знаю, стоит ли, блядь, наносить на оружие какую-нибудь огненную бумагу, блядь. Будет ли она от этого сильнее дамаг получать, потому что что-то огнем она не очень жарится. Может, молнию попробовать? У меня молнии в бумаг дохуя. Да у меня и огненных уже дохуя. То, что я не пользуюсь. То, что все это говно на самом деле. Это нихуя не усиливает оружие. Оружие от этого реально сильнее не становится. Блять, а куда я должен был, интересно, отпрыгнуть? А, она еще и прям посередине, блядь, щели вставляет, да? Помаши еще, и я снова возьмусь за свой лук, сучка. А, вот у нее коронный удар-то какой. Вот этот наискосочек, понятно. Этот босс настолько уныл, что даже хочется, блядь, его как-то убить побыстрее, нахуй, не мучиться. А-та-та, на 600-ку, ну давай. Слева направо, справа налево, по диагонали. Поебал она нахуй. Это вообще наше время настало. Танец с саблями. Дамага у нее, блядь, вообще что ли нету? Не завезли. Блять, короткий Танитрус. Давайте попробуем, блядь, Людвигом ебануть. Посмотрим, насколько он хорош. На 400 он хорош. Был бы он электрический, был бы лучше. Блять. Ну и уебище, господи, прости. Что ж за, блядь, боссы такие? Есть боссы как боссы, есть боссы как абсосы. На нахуй, на 1000, блядь. О, моя любимая хуйня. Классная, ничего. Ой, смотри, что-то на что-то сделала, блядь. Что это такое? А, она на фон поменяла на более интимный. И клиночки у нее светиться начали, что, блядь, доставляет. А, и ебашить она начала сильно, да. И дальше почему-то они стали у нее дамажить. Типа. Нихуя ты рукастая. Рукоблудина, блядь. А это что за хуйня была? Блядь, а почему их две-то стало? А, вот ее фишка, то что магия, блядь. Ну, значит, когда она, блядь, эту хуйню делает, надо просто бегать, ждать, когда развеется. Чё, хули нет-то? А может, какой-нибудь снадобье есть от этого, блядь? Кстати, не знаю почему, но у меня почему-то тает жизнь постепенно. Я хожу, блядь, и здоровье у меня отнимается, блядь. Не знаю, что за херня. Посмотрим, даст ли мне броня какую-то, блядь, какую-то защиту все-таки, может быть, действительно. Она не декор, как я уверен. Да, смотрите, эта хуйня перестала ваншотить. Шаляпа Гэндальфа, наверное, полями остановила, блядь, этот удар. Ну ладно, ты как-то достал-то. Меня заебывает по одному удару ее бить, блядь. Я хочу по-быстрому надрать жопу, да и пошла на нахуй. Все, нахуй, бегаем, бегаем. Ждем, когда рассеется это говно. Потому что она сейчас двойников своих нахуй напризывает. Ебал я в рот. Да, блядь. Скажу я вам, интересно, блядь, да охуенья. Да.
жизни, блядь, более интересного босса не видел. О, а вот и утро станет сном и будет вечно длиться ночь. Соси, блядь, щупальца, ебать, прибалтийские. Да, 20 дамага добавляет эта раковина ебаная, которую я там юзаю. Что, конечно же, просто, блядь, просто дохуя. Вот это я зря. Нюхай меч, тварь. О, вот нахуй она исчезает. Я думал, что она невидимая будет, она просто перемещается куда-то. В рандомное место какое-то, блядь. А этими она еще и не попадает, ёб твою мать. Ей надо на планшете в нарезку овощей поиграть, блядь. Там такая же хуйня происходит примерно. Долгие удары, бля, пиздец. О. Не успел, долбоёб. Заранее не угадаешь, от какого из ударов она я... охуеет настолько, что ее можно будет забэкстабить. По рукам ей нельзя уебать, отрубить ей пару конечностей. Вот такие боссы бы мне нравились, с которых можно калечить во время боя, делать их слабее, блядь. Но нет, ты, блядь, когда куда-то попадаешь, просто можешь забэкстабить бонусом. Оштрафованный на косарик. Видите, видите, что делать? Ух ты, блядь, ничего себе, продумали. Иди ты нахуй, чудовище ебаное. Охуели. Это мне напоминает старое Норландо, тех ебаных привидений. Кстати, я их убил. Сучка, я и тебя убью. Сейчас только, блядь, утро наступит. А то я что-то в темноте не очень силен, блядь. Зрение, знаешь ли, хуёвничает. Блядь. Ну, луна, взойди, ёбаный ты когда же? Да, конец кошмаром. Да ладно. Блядь, не ваншот, слава богу. Это случилось то, о чем я говорил. Лунный свет, он, блядь, дамажит. Ах, не правда ли? Блядь, какое нахуй, блядь, уебанство, когда с каждым боссом тебе надо драться, блядь, по полчаса, ебаный насрать. Это просто пиздец, блядь, какое говно, нахуй. Тут ни Людвиг, ни ублюдвиг, нихуя не... Блять, ты хоть, блядь, хуем дерись, все равно, блядь, 2 часа ее пиздить надо, блядь, кому это интересно, я в ахуе просто, блядь, такое дерьмо, блядь, ебать, сука, худшая, блядь, хуйня, в которую я вообще играл, блядь, просто худшее говнище, блядь, с абсолютно уебищными худшими боссами, блядь. Хоть боссов было раньше пиздить интересно, блять, и это отобрали, ввели каких-то уебанов, блять, конченых, с которыми просто, блять, неинтересно драться, блять, потому что это и длится ебаных нахуй полчаса, блять, из-за того, что дамага в игре просто нету, блять, он кончился где-то там сзади остался, блять, пиздец, дерьмо, блять, ебаный говноед нахуй эту игру сочинял, пидрила тупорылая, ну и говнище, блять. Сука, всякого говна видел, но такого нахуй, это просто, блядь, выброшенные деньги. Как бы вам нахуй не нравился Demon Souls, как бы вам не нравился Dark Souls, блядь, это говно, это просто пиздец.
Оно нахуй ничего общего, блядь, с этими играми не имеет. Это просто, блядь, говнище. Ёбаное нахуй говно, блядь. Просто хуйня консольная. Ебать колотить нахуй. Кто-то же, блядь, купил, наверное, плойку, чтобы в это говно поиграть. Пиздец, блядь. Я ебал. Ну и параша, блядь. Просто конченая хуйня. Да соси ты хуй, блядь. Насрать мне, блядь. Обратите внимание, что огонь, блядь, что эта хуйня, добавляет 20 дамага и все, блядь. Хотя она вот в лохмотьях, казалось бы, ей гореть святое дело, блядь. Но нет. Какое там нахуй? Если до того, как она, блядь, включит это говно, она вообще, блядь, не соперник. Может, стоило бы сделать так, чтобы этот час X наступал как-то пораньше, я не знаю. Хули он только в середине, блядь, даже не в середине боя. Непонятно, когда, блядь, настает этот... Да-да-да, иди ты нахуй. Я же должен как-то тебя пиздить, твою, ёптую мать. Ну вот. Далеко отходить от нее это вообще пиздец. Так и рядом с ней не постоишь. Вообще охуенно. Я что-то вообще, блядь, тактику не улавливаю. Ну, побегаю я сейчас, а потом что буду делать? Уже это, блядь. Если у меня нету душ, то нахуй нехуй лужу-то делать. Ой, блядь. Сейчас, да, пизда-то все, наконец-то, блядь. Я заметил, чем дальше в игру, тем уебищнее боссы. За прошлым ублюдком, блядь, 2 часа гоняться по коридорам, блядь. Это вообще ебанутая овца какая-то, блядь. Ну, ты будешь раскрываться-то, блядь, или мы будем нахуй с шашками, блядь, плясать? Я просто охуеваю. Я, блядь, ее так хочу убить, что, блядь, не похую. Я даже, блядь, согласен, дамаг. На размен идти, блядь. Надо было сейчас ударом, наверное, полечиться. Блядь, я забыл, что у меня не пистолет, блядь. Нахуй ты выебываешься, дурак, блядь. Убрал бы, блядь, просто и все. Может, она, блядь, запарируется классно. Опять это говно началось, блядь. Я, конечно, все понимаю, блядь, но две, блядь. Которые такую хуйню вытворяют. Блять, нос не почесать, сука. Бой, блять. С проституткой ебаной. С рваной жопой, блять. Мерго, блять. Тут локация хоры Мерго называется. Тут петь должны. Где хор-то, блять? Казахский, ебаный. Какой-нибудь нахуй. Грузинский хор. Охуенный босс. Как пизда-то, блять, играть. Вот этот ебаный Dark Souls. Хей, хей. Пиздец, какое говно, я ебал. Танитрусом нихуёво так отделал, что, блядь, уже на первое пришествие тьмы, блядь, она призвала своих подружек, блядь. Чё ж дальше-то будет? Такое чувство, что её надо убивать, блядь, быстро. Чем раньше убьёшь, тем легче будет. Не знаю, насколько моя догадка верна, блядь. Блядь. По-моему, что-то в этом есть. Ой, ладно, блядь. Сука, блядь, ебаная. Нахуй вот эта телепортация, вообще не понимаю, блядь. Такая нелепая говно.
Да нитрус тоже, блядь, говно, я хочу сказать, блядь, то еще, блядь. Но у него есть один плюс, он быстрый. В отличие от всего остального, блядь. Заебал, а что творится-то здесь нахуй, а? Ебота какая-то, блядь, а? Абсолют лишь уебанишь боссинг. В лучших традициях, блядь, говноигр, нахуй, пиздец. Мне это напоминает бой с Кайлиной из «Принц Персии». Что-то есть такое, блядь. Постоянные кувырки какие-то надо делать. Даже не ударить никого, я даже нахуй не понимаю, кто меня пиздит, блядь. Все. Здравствуй, дорогая. Вот мой чемодан. Я нашел в Сибири охуенный колчедан. Пизда рулю. Моему, блядь. Прыжок не сработал. Я что-то перестал отличать одиночные ее атаки от многоразовых. От многоходовочек. Блять, в пизду. Да, из лука ее заебешься убивать, честно говоря. Слишком нудно. Почему-то в этот раз она вообще не бэкстабится, блядь. Сломалась бэкстабилка, блядь. Мне даже не предлагают попробовать ее забэкстабить. Блядь, прыжок мне все обосрал сейчас только что охуенно. Ну, я сейчас сдохну, потому что мне опять хилок не хватит. Это просто, блядь, безумное уёбище. Редкостный бред. Доброе утро, амигос. А, да, для вас же это одна серия, это я. Задолбался драться с этим обмуночным боссом из... Привело еще и к тому, что я все-таки разобрался с политикой самоцветов и прокачек пушек в этой игре. То есть я сделал себе арсенал самых разных. Да, я понимаю, что я никогда теперь не сделаю себе оружие плюс 10, потому что я разбазарил все свои заточки на самые разные пушки, но при этом... Сделал так, что они теперь у меня имеют не только физический дамаг, но и совершенно разный. Там одна пушка там огнем, теперь вторая молнией. Даже кочерга амигдалы у меня ебашит тайной атакой, но она, блядь, хуёво наточена, потому что я ее последнюю решил прокачивать. До этого я просто искал, да, какую-то оптимальную физическую атаку, чтобы бить и быстро, и сильно. Поэтому прокачивал пила, топор, этот острый лук, что вообще абсолютно убогое оружие. Вот, даже Саиф этот охотника пробовал, ну, типа, чтобы посильнее мочить урон по монстрам, таким как этот долбанный Людвиг. Но здесь еще другой самоцвет надо поставить, который еще там плюс 20 атаки монстрам дает. Вот, просто решил найти оружие, которое лучше всего будет ушатывать эту мразь, чтобы убить ее как можно быстрее, чтобы не доходил бой до вот этого момента, когда она там включает свои эти, блядь, выключает мне свет, включает своих двойников. То есть мне это нахер не надо. О, 270. Вот огонь, видимо, это не то, что я ищу. А вот 435, это уже лучше. Но мне кажется, что клинок Людвига все равно фаворит, блядь, среди всего, чем можно ее убивать. Написано, что этот топор ломает ребра
ломает ребра и поджигает, но что-то я, блядь, не вижу, чтобы она горела или чтобы у нее ребра треснули. Везде обман. Да, кстати, и коли уж я разобрался в улучшениях этих оружий и том, как работают самоцветы, я хочу сказать, что если я раньше думал, что система прокачки оружия в игре говно, то теперь я уверен, что система заточек оружия в игре говно. Могу объяснить, почему. Потому что в Dark Souls уж насколько это лучше сделано, там ты точишь пушку заточками, а потом уже углем накладываешь свойства какие-то на это оружие. Здесь не так. Здесь, блядь, ты пытаешься... Сначала устанавливаешь в одну дырку один самоцвет, потом во вторую пытаешься подобрать такой, при котором дамага станет больше. Потом третий. Установил три, снова меняешь, пытаешься менять первый, чтобы... чтобы еще больше бонус разогнать, потом снова второй. И таким образом ты минут пять сидишь, блядь, и переставляешь эти самоцветы на одной и той же пушке с места на место, пытаясь найти какой-то баланс. Баланс адекватных бонусов, и это пиздец как заебывает. Заебывает так же, как этот ебанутый босс. Частенько в драке с этой мразью меня губит не то, что она вытворяет, когда, блядь, наводит тьму на землю, чего она не делала в нашем первом поединке от чего-то. Это просто не работало. А я просто, блядь, пытаюсь убить ее быстро. Меня не устраивает затяжной бой с ней. Ну, тайная атака дланью амигдалы, вы видите сами, что полное говно, она ничего не делает. Никакого урона не наносит. Причем, это опять тот случай, когда сложенное оружие бьет сильнее, чем разложенное, что вообще я, блядь, не понимаю в этой игре. Нахуй нужен двуручный хват, с какого хуя он мало наносит. Если в Dark Souls двуручный хват это путь усиления, да, за счет замедления атаки, то здесь это просто, блядь, дрочево какое-то непонятное. Делаешь это просто так. Просто так. Дай-ка я, блядь, возьму оружие в две руки, это мне типа нихуя не даст. Но, блядь, хочется вот махать двуручным хватом. Она почему-то стала делать, проводить вот эту атаку, про которую... давно забыла. Ну, да, клинок Людвига, блядь, все-таки фаворитная пушка, потому что она имеет скейлы и от силы, и от ловкости. Пушка, которая, блядь, бьет какой-то стихии, она тоже имеет двойные скейлы, но второй скейл идет, блядь, от тайны или как там. А это борода полная. Это антиэффективно. Вообще-то Нитрус хорошо ее уделывал. Но... блять. Все время забываю, что, блять, у нее есть одиночный вот этот удар по диагонали, а есть, блять, тройной. Я просто, вот просто, блять, мне не хватает терпения смотреть на ее медленные, блядские замахи. Какой уебищный босс, боже мой. Проблема в том, что у нее очень дальние атаки здесь... Здесь бы мне помогло какое-нибудь копье с максимальной дальностью, я не знаю. Потому что видите, да, что Танитрус, он даже в упор, блядь, не достает. Приходится делать вот эти, блядские наскоки, нахуй. А мне это вообще не нравится. Они, блядь, еще и на геймпаде имеют свойство, блядь, хуёво срабатывать. Блядь, и она месит просто во все стороны. Это тройной, да. Двойной, смотрите. То три бьет, то два. Вот опять я пожадничал, решил ударить ее два раза вместо одного, блядь. Ну, то есть это типичный такой босс, как в Dark Souls, где тебе нужна, блядь, нужен дрын, который, блядь, бьет медленно, но сильно, чтобы совершать разовые удары какие-то по ней, блядь. Танитрус может и хорошо, блядь, но... из-за того, что он реализовывает свой дамаг скоростью, блядь, а не альфой. Он тут, блядь, не очень хорош. Постоянно заряжать его заебало. Блядь. Можно бить с разбега, но с прыжка-то посильнее будет.
Ну, с какого хуя вторая-то появляется, не понимаю, блядь. Я пока на вторую смотрю, это что-то начинает, блядь, выебываться. Блять, богом обосранное говно. Вдвоем они, блять, вообще бутербродиком заживать, зажимать, блять, пытаются. Ой, блять. Ну это просто невообразимая хуйня происходит. Просто дикая, блять. Может, все-таки из-за клетки на голове в первые разы это не срабатывало у нее. Это я не понимаю, блять. Первый наш бой она парировалась, блядь. Первый наш бой у нее не прокатывала тьма. Если бы я, блядь, не распиздействовал, я бы тогда убил и дальше пошел. Хули я, блядь, начал заниматься этой хуйней. Вот это классная атака, она урона вообще почти не наносит. Она просто, блядь, не дает ее бить. В этот момент в нее классно из лука, наверное, шмалять. Это надо было прокачивать дальние атаки, блядь. Вот я ей по затылку уебал-то нитрусом, она должна была забэкстабиться. Урон какой-то конченый, блядь. Воу-воу. Это я, блядь, нарвался классно в мясорубку. Блядь, забыл, что она еще обратно делает. Пиздец. Нет, я не могу нахуй этим тонитрусом размахивать, очень короткий. Меня такое не устраивает. Может, когда она начинает, блядь, саблями месить, хоть какой-то способ-то есть? Пиздата. Или пиздата, блядь, как правильно-то сказать, нахуй. Чтобы выразить свое сомнение по поводу, блядь. Удачного завершения этого, блядь. Неудачного поединка. Я просто охуеваю, что надо делать в этот момент? Где, блядь, объяснение, как проходить этого босса? Кроме как на Википедии, блядь, оно где существует? Что, блядь, он умеет, что это нахуй за, блядь, сука, возможности у него такие, как, блядь, избегать их нахуй. Ну пизда, я же за спиной стоял. Или тебя просто ставят перед фактом, что босс вот такой, блядь, а ты уж должен сам, блядь, как-нибудь. Нихуя он не парируется. Вот это новая фишка в ее арсенале. Я боюсь внезапного обновления мувсета и появления какого-то, блядь, нового удара, блядь, которого я доселе и не видел, блядь. Сучара, блядь. Пошла нахуй, тварь. Исчезайте на здоровье, ну, блядь. Главное, тьму не включай, свою ебаную. Сейчас опять окажется, что там какая-то шкатулка была, блядь, которая выключает этого босса, блядь, на 5 минут. Просто надо было найти, блядь. Все, блядь, запинал нахуй. Хули, меч Людвига делает свое дело. Есть, видимо, боссы в этой игре, которых, блядь, просто невозможно убить чем-то другим. Алибарда, блядь, она может и длинная, но у нее такой дамаг у меня смешной, блядь, по сравнению. Это что-нибудь, блядь, не конец, что ли? Кошмар повержен. 1/3 пуповины.
Ну, а еще одна треть пуповины, надо было сказать. А где третья? Третья пуповина. Зажечь лампу. Ну, блядь, я могу вернуться в сон охотника, базара нет, но проходить игру дальше-то куда идти? Я зашел в тупик, блядь, в очевиднейший. Мне больше некуда идти. Но сзади остались проходы с этими свиньями. Я фармил, кстати, этих, блядь, пофармил. Ну, вы видели, наверное, что полоска моей жизни увеличилась на пару миллиметров. Это я два левела нафармил на этих инопланетянах, блядь, с головой медузы и телом, блядь, то ли королевы Ернам, то ли, блядь, куклы из кошмарного сна охотника. Вот, с них падали камни, которые я вставлял в оружие. Они тоже сказались. То есть я тоже стал сильнее благодаря этому. Если бы камни с них не падали, смысла бы их бить не было. Фарм там, конечно, выделки, блядь, вообще не... Овчинка выделки не стоит в плане фарма. Потому что очень много хилок, блядь, уходит. Просто невероятно, дохуя. И это, блядь, это обратный путь. А, ну это срезка. И там срезка. Да, все, видимо. Видимо, в этом замке больше нехуй делать. Тогда я вообще не понимаю, куда дальше идти. Вот эта, блядь, часть, она вот как первый Dark Souls. Хуй поймешь, куда идти. В первом Dark Souls не то, что хуй поймешь и куда идти. В первом Dark Souls я не мог пройти один единственный момент без, блядь, без интернета. Я нахуй не понимал, почему я умираю, когда падаю в этот ебаный колодец, блядь. Где эти тени королей? Потому что этот старый Норландо я просто прорашил. Ой, ебаный в рот. Старое Норландо я просто прорашил, потому что привидения мне жопу рвали, я на крышу просто не пошел и не встретил там этого долбоеба, который объясняет, что там что-то надо. Скоро будет рассвет, а ночь. У какого великого дерева? Я, во-первых, не ебу, где великое дерево. Абсолютно. Сила. Ну, видно, да, уже, что сила и ловкость мне нихуя не прибавляет. 2 единички дамага, это, блядь, не то, что тайный. Ну, тайный это, блядь, тоже, смотрите, что Танитрус, он только 1 единицу добавляет. Все, я не могу больше пушки прокачивать. Хорошо, что я сделал это. Хоть и не на плюс 10, но хоть сколько-то, блядь. Farewell, good hunter. Мне еще надо DLC-шку пройти. World. Ну, значит, что игра-то, блядь, скоро, слава богу, закончится. Я не думаю, что мне когда-нибудь захочется ее перепроходить. А, подожди, тут все горит, но я могу зайти. Тут как бы нет какого-то великого пожара, блядь. Я, естественно, третью пуповину так и не понял, где искать. Видимо, в очередной какой-то, блядь, мега-секретной локации, сука. Так, а что мне надо, чтобы Людвига тащерезнуть? Где этот Людвиг ебаный? 8 мне надо. У меня сколько их есть? 4, блядь. У меня нету. Они каждая по 60 озарения стоит. Это, блядь, цена, конечно, крайне антигуманная, блядь. Ладно, еще, в принципе, надо Людвига отпиздить DLC-шки, не только его, так что... Я думаю, что серия явно будет еще не одна. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь, блядь, пишите, как обычно, все дела.